Всем зрителям, подписчикам канала Райская усадьба привет! Сегодня будем рассказывать, как мы строим теплицу павильон. Павильон-легенда, потому что получилось что-то взято с павильона, что-то с легенды. Шириной 4, длиной 6 метров. Поликарбонат желтый, бирюзовый. Два вида. Теплица цвет бирюза. Вот у нас лежат арки. Все это дело будет строиться вокруг вот этого бассейна. Один торец у нас готов. Начали пристраивать к нему арки. Еще немножко и каркас поставим. Сразу же крепим его к брусу. Продолжается у нас стройка. Стоит каркас. Еще немножко осталось, чтобы закрепить прогоны. Сейчас начнем крыть стены, потом крышу. Закончился у нас практически монтаж. Монтаж павильон. Все-таки это павильон будет называться, а не легенда. Напоминаю, ширина 4, длина 6 метров. Торцы желтенькие. Стены, крыша бирюза. Сейчас пойдем смотреть ближе. Итак, смотрим, что у нас есть. Как я уже говорил, стеновые форточки по две с каждой стороны. Дверь цельная, форточка в торце. Вот вокруг бассейна все это построено. Каркас, несущая арка. Труба 40 на 40, подпирающая 20 на 20. Покрашено это все в бирюза. Полимерно-порошковым способом. Фактура краски шагрень. Карбонат 4 мм, 0,7 плотность. Красота. Поликарбонат крепится на термошайбы, тоже поликарбонатные, без соответствующих цветов, желтые бирюза. Форточки все на крючках, все красиво. Снизу такие ноги торчат от бассейна. Вид другого торца. Все аккуратненько. Симпатичненько. Снизу отлив у нас. Стоит на брусе 100 на 100. Брус пропитан, помазан. У меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!